И снова здравствуйте, всем привет. Итак, попалась мне именно работа автора. Вот такая вот спящая красавица. Ну и что-то она мне приглянулась, захотел я ее именно повторить, сдублировать. Вот так она получилась, по-простенькому. Вот так она лежит. Поза у нее. И хочу вот именно сейчас ставить кости и положить руки ей вот сюда, повернуть голову и добавить подушку. Так, сначала Alt H, это все возвращаем. Теперь все это дело H английское скрываем, добавляем Add Mesh, добавляем куб, единица на нампаде. Теперь заходим. Так, или давайте тут ее сожмем, плюснем побольше. Так, ну сначала поменьше, а потом сделаем побольше. Заходим в Edit Mode, семерка на нампаде. Добавим, давайте, лупов или подразделение лучше. Давайте подразделим. Выделяем все английское А. Правая кнопка мыши Subdivide. Находим панельку вот эту боковую и прям где-то поболяя ее делаем. Опять же, subdivide и еще раз добавим. Все, этого достаточно. Так, здесь у нас тоже есть именно боковухи, все зашибись. Или можно делать по-другому. Выбираем полигоны, выберем нижний и верхний полигон. И здесь уже добавим subdivide. Так. Еще раз подразделим. Все, этого достаточно. Ну а сюда на боковухе добавим три лупа. Один луп. Вот сюда. И значит один луп вот сюда. Ну один уже есть. Вот он. Значит два лупа. Теперь английское А. Заходим в Object Mode. И давайте еще больше ее, значит, сожмем. Там побольше. Заходим в Add. Находим быстрые эффекты. Force. У нас появляется вот такой вот круг. Ну, давайте его чуть-чуть уменьшим. Вот в этой панели. Теперь переключаемся на нашу заготовку. Заходим в физику. Находим материалы. Находим, значит, верхний степ. Шаг ставим 7. Здесь ставим 0,5 килограмм. Так, следующее, что у нас есть, это field. Убираем гравитацию до 0. Заходим на вот этот вот force. Strength ставим 300. Enter. Заходим, находим нашу вот эту заготовку выделяемую, жмем пробел. И вот у нас надувается подушка. Ну, в принципе, что? Она меня устраивает. Теперь заходим, так, заходим в Object, находим Crit, так, это конвертация в Mesh, надо конвертировать ее, вот эту в Mesh, конвертация в Mesh, вот она. Все, подушка у нас теперь, это цельная сделанная. Сделаем ей шейдер Smooth. Ну, в принципе, пойдет. Теперь ее немножко сплюснем. Так, еще можно поменьше сделать. О, пойдет. Теперь Alt H. Открываем все наши вот эти заготовки. Находим куб. Поднимаем нашу подушку до гражданки. Вот сюда. Опускаем ее пониже. Делаем ей S. Приподнимаем. Чуть-чуть уводим подальше под шею. Ну вот нормально. Так, теперь нам понадобится только персонаж. 7. Так, это значит семерка на нампаде. Кстати, сейчас нам этот
скринкасты включу, N панель. Здесь можно переключиться на рендом, чтобы разноцветное все это дело было не в цвете. И делаем Ctrl-I, делаем H английскую, скрываем ненужное. Теперь добавляем Shift-A Mesh, находим арматуру Single Bone, ставим видимость во viewport in front. Это опять же так, по предыдущим роликам. Выходим в Edit Mode, английская A, R, перекручиваем, делаем S, поднимаем нашу вот эту вот косточку до таза. Ноги-то я не буду делать. Мне просто нужно так вот где-то от таза поставить. Теперь E. Вытаскиваем косточки. Понадобится, значит, косточка шеи. Это обязательно для того, чтобы покрутить именно модель. Так, теперь позвоночник. Зачем нам понадобится, чтобы вот эту вот изгиб повернуть на подушку, ее положить, чтобы нормально лежала. Так, семерка на нампаде. Вытаскиваем английскую E, ключицу, Alt-P, Clear Parent. Привязываем ее к позвонку, Ctrl-P, Keep Offset. Теперь вытягиваем из этой косточки вот эту кость, вот эту кость. Я вот не знаю, вставлять пальцы или не надо. Так, ну давайте сделаем и пальцы, чтобы уже нормально она лежала. Так, это значит локоть, G. Это все дело выбираем, подводим повыше, чтобы у нас был изгиб локтя, чтобы кости понимали, куда нужно будет гнуться. Так, ну а теперь вот эту косточку G подкручиваем. И можно, значит, здесь уже по-простому чисто вставить одни пальцы, без дополнительных вот этих вот костей для кисти. Значит, E, вытаскиваем косточку, Alt-P, Clear Parent, значит, делаем вот сюда кость, вставляем, и E вытаскиваем на весь палец. Так, вот теперь будет неудобство. Продолжаем. Немножко отвлекли, как всегда. Так, палец вставлен. Теперь делаем Shift-D дубликат. Вставляем его на соседний палец. И так и будем немножко делать вот эти все кайфы. Shift-D. Опускаем. Опа, не ту. Это значит Delete Bone. Выделяем две косточки. Shift-D. Щелчок, опускаем ниже, можно R перекрутить, G подставить к пальцу и немножко еще G поднатянуть. Так, а здесь что у нас? Ну, здесь нормально. Так, смотрим, чтобы все по пальцам попало. Ну, сейчас должно попадать, потому что уже первый был выставлен и, в принципе, они идут по одной вот этой линии. Так, G, выбираем косточку и уменьшаем на наш мизинец. Вяжем все вот эти пальцы к центральной косточке, Ctrl-P, Keep Offset. Смотрим, что тут да как. Так, вот этот палец G чуть-чуть вытягиваем на него. Смотрим со всех краев, со всех боков. А, и вот еще что нужно сделать, это Shift-D, R, перекручиваем палец G и E, вытягиваем на мизинец, на большой палец. Так, теперь G отставляем, подгадываем, подносим, подделываем. Так, это вот так.
Ну, а эти пальцы с subdivide'ом давайте на 3. Так, Ctrl-Z. Выделяем еще одну косточку, subdivide'ем. G чуть-чуть на косточку попадаем. Опять же на 2. Этот на 1. Немножко G оттягиваем. Ну и то же самое делаем с этими пальцами. Ну, вроде бы все нормально. Так, с этим вроде бы получилось. Так, вот не получилось. Со всех сторон смотрите, именно как устанавливаются косточки. Они бывают то выйдут, то не зайдут. Ну, а так вроде бы попало это дело. Так, по большому пальцу что тут? Пусть еще поглубже. Так, этот кость сюда. Семерка на нампаде. Так, косточки вставлены. Теперь нужно косточку на голову. Тройка на нампаде. Это Е. Голова для чего? Чтобы ее можно было перекрутить. Правильно? Ну и в принципе все. Семерка на нампаде. Можно еще, конечно, потом вот этой гражданке сделать анимацию именно с глазами. Но это я посижу, потом, может быть, сделаю открытый рот, веки, глаза. И можно будет, чтобы была анимация, как будто она поднимается, смотрит по сторонам, там волосы заанимировать. И, в принципе, движения у нее не будет, просто будет подниматься, как Ленин. Так, семерка на нампаде, Shift D, щелчок, правая кнопка мыши, Mirror X Global. Перетаскиваем наши вот эти конечности. Ну и все. В принципе, достаточно. Выбираем модель, выбираем кости. Ctrl-P. Wait Automatic Widget. Все связалось. Все нормально. Теперь Alt-H. Видимость всех деталей. Выбираем саркофаг. H. Еще можно сделать саркофагу стекла. Выбираем кости, заходим, у меня же еще волос. Привязываем волос к костям, осмод, в голове, Ctrl-P, это будет бон. Так, теперь Object Mode, выбираем только косточки, заходим в осмод, настраиваем Inverse Kinematic, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, влияние на две кости. Ну и тут тоже так же, по-простому все. Потому что нам нужно ее просто положить в нормальную позу. Так, теперь выкручиваем ей Ctrl-Z, тройка на нампаде. R, выкручиваем ей позвоночник. Во, есть такое дело. Теперь ложим руки ей на грудь. Это значит G. А, не отвязал я косточки, пардоньте. Так, это значит Edit Mode. Вот эту Alt-P Clear Parent. И привязываем вот эту косточку к управляшке Ctrl-P Keep Offset. Тут то же самое делаем Alt-P Clear Parent и делаем привязку, так вот эту Alt-P Clear Parent и делаем привязку на кость Ctrl-P Keep Offset. Заходим опять же в Pose Mode. G. Так, семерка на нампаде, делаем ей R. R. Делаем G. Выкручиваем ей, значит, локтевую кость. Вот так, не сильно.
А эту кисть положим так. Вот куда ее положить? На грудь, на живот. Давайте вот чуть-чуть повыше, пониже груди. Так, теперь нам нужно выкрутить палец. R. Выкрутить еще, наверное, кисть побольше. Так, R, кисть поднимаем. И вот эти все пальцы выбираем фаланги средние, ну, вот эти вот средние или конечные, как их там назвать. Так, чуть-чуть перекручиваем, делаем R. Во. И чуть-чуть R. Делаем перекрутку. Так, теперь один палец больше ложим, один где-то прижимаем. Но они должны быть расслаблены, это понятно. Так, есть такое дело. Угу. Так, а этот палец поджимаем. Во. Так, то же самое G делаем с этой рукой. R, G, семерка, R. Выкручиваем локоть. Ага, G уводим. Ага, и, наверное, повыше вот сюда. Вот. Так, а эту сюда руку R. И все больше выкручиваем. А это чуть-чуть тогда подальше. Вот. Так, и теперь то же самое, только, значит, каким образом? Выбираем вот эту кисть, делаем перекрутку, делаем доводку, опуск. Выбираем наши опять вот эти крайние фаланги, где пальцы. R опускаем. Так, теперь немножко корректируем. Так, Ctrl-Z. Где тут у нас? Ага. R. Пальцы выравниваем. Во, эти даже не надо уже поджимать, они и так в принципе лежат. Так, теперь, значит, R, выкручиваем палец, ну, без дополнительных косточек, вы видите, что происходит. Вот так, да? Вот так лучше вот так поднять. А этот тогда перекрутить наискось. Так. Вот так как-то. Во. Смотрим теперь без костей. Вот это дело мне не нравится с этим пальцем. Так, значит что? Раз дополнительных косточек нет. Мы его чуть-чуть перепрячем. Так, теперь G. Чуть-чуть руку больше поднимем. И опустим, значит, вот эти пальцы побольше. R. Во. Включаем видимость всего.
И тут вот мне не нравится, вот как лежат вот эти локти. Так, чуть-чуть побольше их поджимаем. Так. Чуть-чуть, значит, сыграем ключицей. Расслабим ей ключицы. Вот так вот. Так, и сейчас вот надо будет розу и вот эту всю штуку поднять, и подушку поднять, и волосы нормально сделать. Так, теперь голову чуть-чуть на бок. И чуть-чуть ее. О, вот так вот. Вот уже нормально. Так, вот единственное, что еще. Так, R по ключицам. Можно даже ключицы, наверное, чуть-чуть оттянуть. О. И вот эту руку чуть-чуть подальше. О. И перекрутить еще побольше. И можно ее даже, наверное, на эту руку вот так наложить. А ну-ка, получится так. Или наоборот, на вот так лучше. Как лежало, по-моему, так было лучше. Вот так, да? А эту тогда и завернем на нее чуть-чуть. Так. И тогда нужно ее еще подправить, да? Это значит сюда. Это сюда. Этот палец тоже опускаем. Во, и вот эти вот растопырки мне тоже не нравятся. А ну-ка, чуть-чуть их поближе сделаем. Вот так будет лучше. Так, теперь этот палец тоже сюда поближе. Этот сюда, а этот... Ну, вот так как-то. Ну вот уже лежит нормально. Так, что у меня тут получается? Вот этот локоть мне, значит, как бельмо. Вот так, да? Угу. Ну и вот это тоже рука сильно опущена вниз. Во. Как-то так-то. Все, с этим делом хватит. Теперь заходим в культ мод и находим наш волос. Так. Находим волос и будем его сейчас вытягивать. Это культ мод. Ставим по симметрии. Ставим тянучку или мод эластик можно, или просто тянучку. И вот этот волос нужно натянуть. О. Это не есть губ. Так, F поменьше. И что это такое получается? Через подушку что-то она не хочет сильно вытягиваться. А ну-ка, обжигнуть.
Так, а почему не хочет? Потому что симметрии нету, голова-то была повернута, и значит Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Угу. И нужно этот волос, семерка на нампаде, R, так, ага, Ctrl-Z, привязать. Это ритм геометрии и покрутить немножко так раз. Так, оп. Во. Ну а здесь попробуем скульпт мод уже без симметрии все это дело потянуть. Вот таким вот образом. Так. И на подушку все это дело растянуть. А это вот сюда, под руку. Вот так вот. Угу. Нормально. Теперь уже кнот выбираем подушку. Да что-то не переключается. Уже кнот, подушка, кнот, а здесь уже можно по симметрии ее вдавить. Значит, раз. Так, так. Угу. Ну а эту часть чуть-чуть поднадуть, ну, чтобы видно было, что она лежит на подушке. Так, вот как-то так-то, да? Ну вот, семерка на нампаде. Так, подушку, наверное, можно еще поменьше чуть сделать. Так. И чуть-чуть это под нее подсунуть. Так, по позвонку. Вот как она лежит, мне не нравится. Давайте опять же спортмод. И значит, R. R. И вот эту косточку-то передвинем. Ага, блин. О, так будет лучше лежать. Но ноги сейчас на весу. Значит, R чуть-чуть опускаем. Эту часть чуть-чуть назад. Да, стал покойник. Так, это Ctrl-Z. Ну, так будет получено. Зашибись. Он же мод. Смотрим, что у нее, как у нее волос. Во, волос нормально. Вот эту часть еще нужно дотянуть. Так, кости можно применить. Выбираем персонажа. Заходим в модификатор и делаем apply. Все, теперь подушке нужно сделать новый материал. Ну, пусть подушка будет чуть-чуть вот темноватая такая. Alt-H. Возвращаем саркофаг.
кости можно удалить, это значит delete. Удаляем, а вот прическа теперь Ctrl-Z, Ctrl-Z. Применяем прическу тоже. А, мы ее не применим. Ну, значит, тогда кости delete, а прическу нужно будет поднять отдельно. R перекрутить. Угу. R перекрутить еще. И G подставить нашему персонажу. Ну, вот такая штукенция, да? Угу. Ctrl-Z. Здесь вот с прической чуть-чуть тоже, оп, не контакт. Вот так вот. Заходим в SculptMod. И пробуем прическу, значит, немножко еще вот здесь сделать побольше. Она на этот бок лежит. Получается, у нее вот этот бок, у нее куда-то убежал. Вот так вот. Ну, я думаю, нормально. Пойдет. Так, семерка на нампаде. Вот этот саркофаг нужно еще, наверное, аж я пока уберу. Добавляем к нашему персонажу шейдинги. Значит, поближе я поставим. Add вектор normal map. И add текстура. Image текстура. Normal, open, находим, где у нас это normal, так, это где она будет? Non-color, во, уже получше. И теперь что у нас? Волос еще выходит, по-моему. Копируем вот это, делаем копии, выбираем волос, вставляем паст. Подключаем, находим новый normal, normal голос, non-color, сейчас, теперь нужно персонажа сделать, как на картинке, это включить, значит, спекуляр, наверное,
Спекуляр чуть-чуть поменьше. Волос пусть так и будет. Так, а с этим что делать? Спекуляр. Так, узором спекуляр побольше блеска. Мрамору чуть-чуть тоже спекуляра для блеска. О. Добавляем источник света. Ткань, так, где у нас тут свет? Лифт. Добавляем сам. Ставим 4. Переключаемся в видимость другого вьюпорта. Так, это значит делаем перекрутку света. Нормал. Так. А если поставить троечку? Давайте чуть-чуть побольше. Так, теперь по цветам. Чуть-чуть, значит, R. Ага, G. Опускаем. Нормально, а что? Так, вот ноги у нее на весу, вот это не есть бут. Так, тройка на нампаде. Делаем R. Низы. Усаживаем нашего персонажа поглубже. Мне кажется, что у него это... Так, вот опять прическа. Так, выбираем опять. Не, давайте подушку выберем. Узнут, и значит ее, а ну-ка, что-то не получится. Это сильно уже, да, наверное, это удавливаю. Так. Теперь, наверное, лучше волос подтянуть. Thank you.
Так, добавим блеска металла. Так, это тогда аж. И все, вот такой вот эксперимент. Файл будет для скачивания именно в группе ВК. Ссылка будет в описании. И значит, ссылка на оригинальную вот эту модель на SketchFab. Можете посмотреть, как она выглядит. Ну и, возможно, захотите ее сделать или под анимацию, или под что-нибудь. Переделать можно глаза, добавить, веки открыть и рот ей приоткрыть. Ставить зубы, глаза и все. Можно делать полноценную анимацию. Платье, если переделать, даже ходить сможет. Ну, в принципе, ей не надо. Это как Белоснежка или кто-то. Все, всем пока, до свидания.